С 10 по 29 сентября 2018 года проходит конкурс «Лидеры Кубани. Движение вверх». Это конкурс для современных управленцев, руководителей нового поколения, поэтому поучаствовать в нем приглашаются перспективные менеджеры и руководители Белореченского района. Оставить заявку и узнать подробности можно на официальном сайте лидерыкубани.рф. Участие в конкурсе бесплатное. Финалисты получат возможность повысить квалификацию, пройти стажировку в государственных организациях и ведущих компаниях Краснодарского края.